запуск белорусского студенческого научно-образовательного спутника. Это второй спутник БГУ, который планируется запустить в этом году. Проводятся подготовительные работы по его сопряжению с ракетой-носителей. Этот спутник уже полностью прошел все испытания, и будем надеяться, что к концу года мы получим сигнал от него. Данный спутник будет использоваться в том числе в учебном процессе при подготовке специалистов по важной отрасли, связанной с космосом.